Сейчас муравьи стали очень популярными среди многочисленных любителей животных, ну и в первую очередь насекомых. Многие держат домашние инсектарии или формикарии живыми муравьями. Конечно же, это очень хорошо, это очень интересно, это положительный факт, я так считаю. Ну, во-первых, это развивает наблюдательность у таких заводчиков, расширяет представление о поведении маленьких членистоногих, ну и приучает к определенной аккуратности, щепетильности, потому что за ними все-таки приходится ухаживать, они ведь живые, все-таки питомцы. Но мы сейчас поговорим немножечко о других любителях муравьев. Это энтомологи-коллекционеры или любители насекомых-коллекционеры, которые занимаются сбором насекомых и составлением фаунистических коллекций. Это дело тоже очень важное, интересное, безумно полезное, потому что не везде поспевают профессиональные энтомологи, любители тоже делают очень большое важное дело. Но главное — научиться правильно сохранять в коллекционных материалах самих муравьев. Сейчас есть такая тенденция среди коллекционеров по монтажу и расправлению насекомых монтировать их на таких прямоугольных плашках, так называемых. Они могут быть картонные, могут быть пластиковые. Насекомые расправляются по всей длине, красиво расправляются конечности, усики. Все это правильно, красиво, эстетично, но не для всех насекомых. Вот для муравьев, в частности, это не очень правильно. Ко мне неоднократно попадают сборы любителей, которые приносят муравьев, смонтированных на плашках. Муравей по всей своей длине распластан на этой плашке, приклеен все нижние поверхности, передние конечности вперед, средние и задние назад. Все вроде бы красиво и эстетично, но такие экземпляры хорошо подходят, наверное, для экспозиции, скажем, зоологических музеев, потому что они, ну, выглядят действительно приятно, эстетично. Но для определения они не очень подходят. Дело в том, что муравьи сложны в определении. Это одни из немногих групп насекомых, которые действительно трудны в определении. И так сходу их определить, скажем, как бабочек, используя цветные картинки или фотографии в атласах, в определителях, вот так с муравьями не получается, к сожалению. У них очень много мелких деталей строения, буквально микроскопических, которые хорошо видны только при помощи оптики, бинокуляра. А для того, чтобы все эти детали строения были хорошо видны, муравей должен быть смонтирован особым образом. Ну, вы знаете, что для этого в первую очередь я обращаюсь к тем коллекционерам, которые занимаются монтажом энтомологических коллекций. Каждая группа насекомых, каждый отряд имеет определенные точки для накалывания энтомологическими булавками. Все это можно подчеркнуть в специальной литературе методической. Особенно хороша советская литература, старая хорошая советская литература, где все это очень хорошо расписано, с рисунками, со схемами, где точечками показано, где кого куда накалывать. Например, жуки вправо над крылья накалываются, перепончатокрылые или бабочки в серединку грудки. Ну и множество нюансов есть для различных отрядов насекомых. Ну, муравьи, вот, собственно говоря, в эту схему не попадают, потому что они очень маленькие насекомые, а маленькие насекомые монтируются особым образом. Непосредственно на энтомологическую булавку мелкое насекомое нанизать не получается. Во-первых, булавка больше маленького насекомого. Во-вторых, даже если это попытаться сделать, то само насекомое просто разрушается. И, в общем, ну, это уже не коллекционный экземпляр. И такой экземпляр вообще, в принципе, не годится ни для каких целей уже в дальнейшем. Поэтому мелкие насекомые наклеиваются на
специальные картонные или пластиковые уголки. Они очень маленькие, там 5-6 миллиметров, условно говоря, в длину. И этот уголочек накалывается на энтомологическую булавку, а на заостренной части уголка и подклеивается мелкое насекомое. Если говорить о муравьях, о которых мы сейчас ведем разговор, они наклеиваются особым образом, о котором вы сейчас от меня услышите. Ну, я попробую более-менее детально описать, как это делается. Но ко мне часто попадают экземпляры муравьев, которые приносят любители с просьбой определить тот или иной вид. И муравьи смонтированы так, как это делают для, так сказать, общих энтомологических коллекций с учетом эстетических представлений о красоте насекомых. Ну, то есть наклеивают насекомые, наклеивают муравья в данном случае на плашки по всей длине, полностью промазывая клеем всю нижнюю поверхность тела муравья. Передние конечности вперед расправляются, средние задние назад, красиво расправляются усики. И вот, казалось бы, все хорошо и красиво. Да, в зоологическом музее это будет смотреться красиво, но чтобы точно определить вид этого муравья, я думаю, что вряд ли вот на такой плашке это получится сделать. Дело в том, что муравьи сложны в определении. Это одни из тех насекомых, которые действительно трудоемки для определительной диагностики. Не получается муравьев, к сожалению, определять так легко и непринужденно, как, допустим, бабочек, используя цветные рисунки или фотографии в атласах, в иллюстрированных определителях, просто сравнить окраску, форму крыльев, размеры и так далее. Нет, у муравьев все намного сложнее, и многочисленные мелкие, буквально микроскопические детали строения видны только в бинокуле, поэтому муравей должен быть смонтирован на уголке таким образом, чтобы диагностически важные части его тела оставались свободными, не залитыми клеем. И тогда такой муравей может быть грамотно и профессионально определен. Ну, если говорить о коллекциях муравьев, то коллекции муравьев, как и любые другие энтомологические коллекции, это не что-то мертвое и статичное. Коллекция – это рабочий материал любого энтомолога. Коллекция всегда находится в работе. Периодически экземпляры оттуда достаются, просматриваются, уточняется определение тех или иных видов, уточняется определение, потому что иногда в науке ревизии делаются, и что-то где-то приходится уточнять, менять, дополнять. Важны как фаунистический материал.
Поэтому вот чем больше людей, которые занимаются сбором энтомологических коллекций, ну, либо на профессиональном уровне, либо на любительском, если все это будут делать правильно, правильно собирать и монтировать коллекционный материал, тем больше пользы он принесет. А коллекционные материалы, если за ними правильно ухаживать и хранить, способны служить очень долго, и десятилетиями, и даже столетиями. Главное правильно ухаживать действительно за коллекцией, как и за любой другой вещью, и протравливать от вредителей, защищать коллекционные сборы герметически закрывающимся ящиком со стеклом. Чаще обычно делают, иногда без стекла, но это уже дело вкуса. Все, как правильно монтировать, как это выглядит профессионально, вот вы услышите из моего дальнейшего рассказа. Приступим. Укусить, что ли? Глаза мы не глядели. Вот можно посмотреть разные сайты в интернете. Ну, например, Antwiki есть такой сайт, там есть фотографии коллекционных экземпляров, правильно смонтированных. В Википедии, в конце концов, там любые названия видов вести, там, допустим, формика аквилония, там, формика руфа, там, формика руфибербис, что-нибудь такое вести, и там обязательно будет фотка уже там на булавке смонтированного. Вообще сейчас в практике энтомологической самая хорошая вещь – это обыкновенный клей ПВА. Вот, например, клей ПВА у нас самый-самый обыкновенный, который еще с советских времен существует. Мы берем уголок, ну, конечно, это увеличенный уголок, он гигантский, естественно, он очень маленький. Мы берем уголок, открываем клей, берем вот, препаровальную иглу, например, просто туда макаем, на кончике капелька, ставим капельку и помещаем туда образец. Вот, собственно говоря, вся нехитрая ситуация. Почему именно клей ПВА? Дело в том, что тут есть одна очень важная практическая часть его применения. Сейчас все энтомологи вот на этом ПВА работают. Дело в том, что если экземпляр неправильно приклеен или он как-то смонтирован вообще так, что там ничего не видно, то уголочек с коллекционным экземпляром просто снимается он с булавки и на несколько минут в горячую воду опускается. Клей ПВА уже водорастворим, он сразу растворяется, и его нет, а насекомое всплывает. После этого насекомое можно помещать под бинокуляр, определять его, рассматривать как угодно. После того, как определение закончено, его снова можно на свежий новый уголок подклеить, ставить булавку и, так сказать, сдать хозяину. Вот на этом вся процедура закончена. Поэтому клей ПВА, он очень удобен, он растворяется водой. Он очень... и сохнет быстро, моментально. Капельку поставили, насекомое прикладывается, вот, собственно говоря, и все. И оно уже приклеено. Значит, как муравьев желательно клеить, но так, как это правильно вообще-то должно быть. Вот уголок. После того, как муравьи, мы получили мертвого муравья, ну, допустим, мы его вытащили из морилки. Как правило, он лежит на боку, а лапки у него вытянуты в сторону. Ну, они обычно таким полубубликом скручиваются. Мы берем этого муравья, он обычно вот такой высокий, в высоту, как правило, муравьи все-таки такие высоко поднятые насекомые. А вниз свешиваются у него лапки, вот так вот, пучком таким. Мы этот уголок берем острым кончиком, продеваем у него между лапок, так, чтобы кончик уголка попал на грудку снизу. Грудка муравья снизу – это единственное место, где нет вообще никаких определительных признаков. Вот туда можно капать клей, туда можно подводить кончик уголка. И муравьишка, приклеенный в правильном состоянии, находится вот так вот перпендикулярно к бумажному уголку. Ну, или к картонному, у кого что. Картонный лучше, кстати, чем жестче, тем лучше. Вот он так стоит, вот таким вот солдатиком, ровненько стоит, приклеенный под грудку. С одной стороны свободно в воздухе свисает его голова с придатками. С другой стороны свисает брюшко вместе со стебельком брюшка.
Ну, это такое положение правильно. Почему это так делается? Дело в том, что у муравья очень важна голова. На голове висят губные челюстные щупики, их количество членников, соотношение длины этих щупиков по отношению к длине головы и до отверстия, где голова соединяется с телом, это имеет важное систематическое значение, например, для рода формика, например. Вот. А у муравьев, кроме всего прочего, лицевая часть, лобная площадка, очень важна для формика. У мирмицин, вот, например, у тех же тетрамориумов или у мессеров, у них там такие вот выгнутые такие интересные штуки, над наличником. Боковые части наличника, по сути, такие вот, как гребни торчат. И когда все это залито клеем, мордочка подогнута, все это залито клеем, там ничего этого не видно, а много есть очень-очень похожих родов. Дальше. Брюшко с другой стороны свешивается. Брюшко со стебельком. Вот, например, у формик строение стебелька не имеет вообще никакого значения. У них имеет значение, кстати, строение нижней части головы. Вот, она желательно, чтобы не была вот так вот подогнута. Потому что там есть опушенность. Вот с нижней стороны головы у ряда видов формика, чтобы точно определить вид, надо заглянуть под голову снизу. Поэтому головка должна вот так вот с уголка свисать все-таки. Вот так вот муравьишка должен быть к уголку подклеен. Вот так. А у мирмицин, например, у них стебельки брюшка имеют важное значение. Вот брюшко состоит из двух членников, из петиоли и постпетиоли, две такие бусинки, а дальше брюшко. И вот на нижней стороне этих бусинок там имеются шипики маленькие. Эти шипики очень важное значение имеют, их надо видеть.
И вот поэтому, когда муравей приклеен за грудку, а с этой стороны свободно в воздухе свисает брюшко со стебельком, четко видно стебелек. Его можно под бинокуляром повернуть и так, и с другой стороны, и снизу, и сбоку, и со всех сторон можно этот стебелек брюшка рассмотреть. Ну, вот это, вот собственно говоря, почему я обо всем рассказываю. Это, так сказать, основа того, почему муравей должен быть приклеен именно так, вот именно под грудку кончиком бумажки, а не каким-то другим способом. Вот никто не отменял такое дело, как индивидуальную изменчивость. Индивидуальная изменчивость, существует асимметрия у животных, даже двухсторонне симметричных, такие как насекомые, казалось бы, вполне идеальная двухсторонняя симметрия, а нет, не совсем идеальная симметрия. Особенно это четко заметно на жуках. Вот если взять и многих жуков, жужелиц в частности, правое надкрылье, допустим, одно жилкование, а на другом вот эта вот, значит, зеркальная симметрия сбита. У муравьев то же самое, у них на боковых сторонах грудки имеется скульптура особая, видоспецифическая. Скульптура, состоящая из ребрышек, продольных линий и петель, вот особенно у мирмицин, это важно, это сложно. Поэтому все это надо видеть. Ну вот, собственно говоря, все. Так, индикатор записи есть звука на экране, посмотри. Звук там как что-то дергается, линия какая-нибудь, что-то такое. Значит, есть. Ну вот проверим уровень записи. Вот. Комара покажем. Ой, какой комар. Комар долгоножка типулида. Вчера родился, между прочим. Личинка была в гнилой трухляшке. Вот. И я его вырастил. Вот такой вот. Видно его, да? Ну это так, дурака валяю.